Мария Николова родилась и живет в Варне. По образованию она инженер. А когда вышла на пенсию, то начала создавать картины из морских ракушек. 10 лет. Ну, и мама... Уже 10 лет она дарит миру эту потрясающую красоту. Ее картины видели в различных странах мира. Германия, Камосим, Швейцария. А как вы туда попали? Как вас узнали в Германии, Швейцарии? Интересно, то есть распространяется на вас. Да. А вот вы сама были на этих выставках в Швейцарии, допустим? Вы присутствовали на своей выставке в Швейцарии? Нет, нет. Отправляла работу. Маку же какие-то гуляму терпение. Сегодня открытие очередной выставки, на которую пришли ее ближайшие подруги, бывшие соученицы, коллеги. И терпение, и талант. Да, и талант. Должен быть. На Богородице, на Христос, и на святи Николая, со скорбчету, со смрету. Вы парник? Парник, да. Святя на обработвам си ги и бета ги отсветявам и слагам в картините с малка пенсетка, парченце по парченце. Това беше такой, такой труд. Труд, голям, търпение, терпение, много любов, с която да работиш и да постигнеш крайния резултат. Глядя на Марию и ее работы, я убеждаюсь, счастье — это когда ты занимаешься любимым делом и даришь частичку себя людям, а получаешь за это любовь и признание. Так будьте счастливы, друзья! Все в наших руках.